оказывается, это грех. Да простит меня грешную, грешила и буду грешить. Ребята, всем здорово, Саныч. На связи. Мне интересно, почему некоторые чатчики говорят не минет, а миниет, через мягкий знак. Даже пишется как бы минет, без... Они почему-то горят и пишут миниет. Хрен знает. Ну ладно, это все фигня. А, мне кажется, что без этого так называемого миньета ты просто нафиг никому не нужна будет. Ну а что делать с чаечкой, которая этого не делает? Зачем она нужна? Для чего? Я скажу, типа, а что, она тебе только для этого не нужна? Не только для этого, но и включая это. Вот так вот как бы. Я бы с такой чаечкой не экшался. Ну просто я обычный секс традиционный, он меня бы не устроил.